И каждый весною так тянет меня мой солнечный радостный город. Очередную встречу клуба общения пожилых людей «Оптимист» открывает музыкальный концерт. Патриотические песни военных лет исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Волна». Среди приглашенных, в частности, председатель Совета депутатов Артем Садула. Он выступил с приветственной речью и пообщался с жителями округа. Рассказали о изменениях в Совете депутатов. Сразу к нам подошли некоторые жители и обратились уже со своими проблемами, направили их, дали номера телефонов, взяли на контроль некоторые вопросы. Поэтому хорошее мероприятие, где можно решить какую-то часть вопросов. Такие встречи в клубе традиционно проводят раз в месяц, в третью неделю четверга. Программа всегда разная. Сегодня, например, помимо музыкальной части, для зрителей подготовили и танцевальную программу. Участники поздравляют друг друга с праздниками. В этот раз мероприятие приурочили к прошедшему празднику весны, 8 марта. Также в гости приходят многие известные представители различных сфер профессиональной и общественной жизни. Я хочу сказать, депутаты наши частые гости. Они приходят всегда постоянно, они помогают. Они всегда руки дружбы растягивают, когда необходимость. Вот нам в январе месяце было 25 лет, юбилей нашему клубу «Оптимист». История клуба началась в январе 1999 года. Сейчас в нем 75 участников. Традиционно встречи проводятся в Центре культуры и искусств имени Кекушева. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.